Около 8 лет назад на Некрасовском спуске в Самаре появился первый инклюзивный пляж, а в 2018 году доступный пляж организовали на полевом спуске. Содержание таких зон отдыха на постоянном контроле депутатов городской думы. Летом в составе специальной комиссии они выезжают на места с инспекцией. Есть вещи, которые, уже тоже для нас, нашего города, стали традицией. Это оборудование места для малоподвижных граждан, инвалидов, колясочников в том числе, и не только. И стало это уже определенным достоянием, формой работы, востребованной. Каждая из зон отдыха оборудована всем необходимым. Раздевалки, отдельная акватория со спуском к воде. Все это появилось в том числе благодаря инспекции со стороны депутатов Самарской думы. Посещение проходит регулярно, но именно выездные комитеты, где присутствуют у нас там и опека, и волонтеры, и представители департамента городского хозяйства и экологии. Вот именно здесь многие вопросы, они решаются на месте, они решаются оперативно. Участие в комиссии приняли и представители общественных организаций. Они предложили дополнительно установить навесы от солнца, деревянные настилы и пандусы, которых не хватает на пляже полевого спуска. Также представители думы города отметили, что в ближайшие годы в Самаре подобные зоны отдыха могут появиться вблизи бывшего завода «Кинап» и «Уладьи». В будущем году планируется заложить бюджет на инклюзивное развитие. Некоторые подходящие элементы инфраструктуры здесь уже установлены. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.